Готовим вкуснейшее печенье с изюмом и шоколадом. Нечто похожее делали в сериале «Друзья», а мы с вами повторим рецепт. Подготовьте ингредиенты. На 2 минуты залейте изюм кипятком. Смешайте сухие ингредиенты. В миску к просеянной муке добавьте соль и соду. Перемешайте до однородности. Слейте кипяток и промокните изюм салфеткой. В другой чаше на средней скорости взбейте размягченное сливочное масло в течение 1 минуты. Добавьте тростниковый и обычный сахар. Взбивайте около 2 минут. Добавьте яйца, ванильный сахар и снова перемешайте. Сухие ингредиенты добавьте к влажным и перемешайте. Получается тесто. Порубите шоколад до состояния мелкой крошки. Добавьте изюм и шоколад в тесто, перемешайте лопаткой. Добавленные ингредиенты должны равномерно распределиться. При помощи столовой ложки наберите тесто. Сначала сформируйте шарик, а потом из него прямо на пергаменте сделайте круглое печенье. Только не делайте его очень тонким. Выпекайте 10-11 минут при 190 градусах. Края должны стать хрустящими, а печенье румяным. Печенье получается сладкое, мягкое, с тягучим изюмом. Настоящее объедение. Приятного аппетита!